все-таки пойдем, мы не дойдем. Подумайте, нам еще большое путешествие. Вот неожиданный привал. Вот это гольф нашей хозяйки. Это девочка Рита. Тут лес, вот за этим лесом там море. Это вот мы поднимаемся на дюны. Привет. Вот на смотровой площадке, да, находимся? На первой. На первой. Вон там море. А тут залив. Самые там тучи. Это вот сама Куршская коса. Ее дюны. Вон еще какая-то площадка с людьми. И вон уже залив там виден. Пошли дальше по ходу. Мы теперь пойдем еще. Следующая смотровая площадка. Да? Следующая смотровая. Все, будем как маленькие птички подниматься. Вот еще одна смотровая площадка. Еле забрался. Там море. Вот они, дюны. Я не верю своим глазам. Это залив. А это морской, да? А дальше Литва, да? Там дальше Литва. Вон дядь Саша устал с Ладиком. Красота. Вон Ася с мамой поднимается. Запыхались тоже, да? Запыхались? Вот Владик прибежал. Близко залив, на самом деле он так далеко. Все. Вот это море за дюнами. Вон видно, как хорошо его. Это вот коса с дюнами. Вот это пляж. Только еще пасмурно. Это Коль, сними ритульку, а? Обязательно. Меня сними. За нашу девушку. Пока нас на нашу пленку оставят. А мы же оставим, мы переписать-то можно. А вот там перепишу. Конечно. Скажи что-нибудь, ритуль. Что? Ну, стихотворение расскажи. Речь приготовить надо. А на пленке все незаметно будет. Поздравляем вас с праздником.
С днем наступающего Эрмосского флота. Давайте теперь вас сфотографируем. На фоне. Как-нибудь сгруппируйтесь. Идите вот сюда, сгруппируйтесь. Я лучше сюда. Вид красивый был. Ну, здесь со всех сторон красивый. Девчонка, видите, сядь, видите тоже себя. И ты иди с камерой. Иди сюда в угол. Сейчас, и все, поближе. Иди вон туда, крестный подойдет. А сиди, сидишь? Иди сюда. Иди, Саша, давай. Иди. Сгруппировались? Следочку, иди. Вот. Сейчас я сделаю... Мам, подожди, сейчас я подойду. Ну вот. Все улыбаются. Ура! Ну скажите, где мы находимся-то? Мы находимся на дне Эфа. В самой сказочной точке косы. Правильно. Ленинградской области. Советского Союза. Дышим свежим, присвежим воздухом. Жалко, что запаха не чувствуется на пленке. На пленке, да. Приятно это запах. Когда Санька курит рядом, да. Ну ладно. Теперь мама меня сфотографирует. Вот и Санечка нас снимает. Нашел? Нашел. Скажите что-нибудь теперь вы. Дядь Коль, что? Море чудесное. Кушать хочется. Такие красивые места. Какой красивый лес. Кушать будем. Тихо. Ты что, ты вот туда вот. Ух ты, ты пойдешь, ты что? Так, ты что, у меня сердце останавливает. Ну все, пошли. Там не так делать. Пап, дай я почитаю вот эту надпись. Все, почитай. Не спускай. Ну, Ладно, ну скажи что? Что-нибудь, пару слов, для микрофона. Чему нас учат семья и школа? Скажи руку свою, Ладно. Дайте кольчик, руку покажи свою ручку. И вторую покажи. И вторую, другую покажи. Вот какие ручки у Владика. Владик на отдыхе. Мама. Мама. В 1836 году. Зверь, он из леса выходит. О, зверь идет. Собака подшевелит. Вам идут. Владик, уйди оттуда, Владик. Владик. Владик, уйди. Говочку покажи туда вниз. А вот это вот море где-то. Да. А вот это другая сторона того места, где мы отдыхали. Это со стороны моря. Там был залив со стороны Курской косы, а это море. Нету там никакого риска, никто. А вон эта гора, где мы были. Дюна Эфа. Да. Дюна Эфа.
Вот там мы где-то и были. Сашка уже спрыгнул. Пошел на пляж. Смотрите, там он видит, что там мишка. Конечно, видит. Мам, где он? Ну, он идет по пляжу. Ася. С утра не вспоминали. Обед вы себе сами себе устроили. Мы больше не вспоминаем. Обед вы устроили сами. Ну вы скажите что-нибудь другое лучше. Про обед сразу. Мы про ужин говорим. Ася, Ась, ты где? Обычно с утра уже все бегают. Обед нам Бог подал. А ужин приготовим сами. А еще одного. Ты нас сегодня поразишь. Завтрак, ребят. Завтрак не весь ели. Это разгрузочный день. Сегодня пятница. В пятницу грех вообще. Сегодня четверг. Питаться. Четверг. Я на лавку сяду. А еще не грех. Завтра грех уже. Поговорили. Почему завтра грех? Каждая пятница после день. Да? В России. Только себе, да? Вчера была пустая. Как это никому не мешало. Есть 3 года. Я жила. А где она? Которая маленькая такая. Аси, отойди.